Привет, друзья! В сегодняшнем видео я хочу поговорить о куклах, которыми могут управлять призраки, демоны и различные сущности из параллельного мира. И я немного расскажу вам об этом. А также я хочу сказать, кто еще не подписан на мой канал, то сделайте это, чтобы не пропустить все новинки на канале. Потому что скоро выйдет видео, где я проведу свой личный эксперимент. Я вызову призрака и попрошу управлять куклой, и я не знаю, получится ли этот эксперимент с куклой. Но я хочу сказать, что демоны и призраки не могут вселяться в куклу, как в телесную оболочку, а лишь они могут управлять этой куклой в том месте, где они находятся. В мире паранормальных явлений мало какой предмет вызывает столько страха и очарования, как куклы-младенцы. Эти невинные на первый взгляд игрушки уже давно находятся в центре историй о призраках и сверхъестественных явлениях. Сообщения о том, что куклы-младенцы управляются призраками и демонами, добавляют к их мистике еще один леденящий душу слой, превращая их из детских игрушек в проводники потусторонней силы. В этом видео я расскажу жуткий феномен кукол-младенцев, которыми манипулируют призрачные сущности, рассматриваются исторические факты, психологические теории и образы популярной культуры, чтобы раскрыть правду, стоящую за этими захватывающими дух историями. На протяжении всей истории человечества куклы играли важную культурную и духовную роль. Во многих древних цивилизациях куклы использовались в религиозных ритуалах и как талисманы для отпугивания злых духов. Например, в Древнем Египте кукол часто клали в гробницы, чтобы они служили спутниками или защитниками умерших в загробной жизни. В Японии считается, что куклы хина, используемые на фестивале Хинамацури, поглощают злых духов и несчастье. А в Африке различные племена использовали кукол в обрядах плодородия и в качестве изображений духов или предков. Эти исторические способы использования кукол заложили основу для их ассоциации со сверхъестественным. Представление о том, что куклы могут служить вместилищем духов или демонических сущностей, глубоко укоренилось в культурных верованиях по всему миру. А вот задокументированные случаи появления кукол с привидениями зафиксировано несколько случаев, когда куклы считались призраками или одержимыми сверхъестественными силами. Среди наиболее известных примеров – кукла Роберта. Возможно, самая печально известная кукла с привидениями. Роберт был подарен мальчику по имени Роберт Юджин Отто в начале 1900-х годов. Считается, что кукла стала причиной различных несчастий, включая финансовый крах, разрыв отношений и даже смерть. Свидетели рассказывали, что видели, как меняется выражение лица куклы, и слышали, как она хихикает. Аннабель – эта кукла из серии Регрди, и она получила широкую известность после того, как ее исследовали исследователи паранормальных явлений Эд и Лорин Уоррен. По их словам, кукла была одержима демонической сущностью и виновна в нескольких инцидентах с применением насилия. Мэнди – антикварная кукла, живущая в музее Киснела в Британской Колумбии. Мэнди, как говорят, обладает собственным разумом. Посетители и сотрудники музея сообщали, что слышат шаги и бесплотные крики, а предметы вокруг куклы необъяснимо двигаются. Механизмы одержимости. Как духи и демоны управляют куклами. Теории о том, как духи и демоны управляют куклами, различны, но в целом они делятся на две категории – духовная привязанность и манипуляции. Духовная привязанность. Согласно этой теории, дух, часто принадлежащий умершему человеку, привязывается к кукле. Эта привязанность может возникнуть по разным причинам, например, кукла напоминает любимого человека или находилась в присутствии духа в момент смерти. Затем дух использует куклу как средство взаимодействия с физическим миром. Манипулирование демонами. В случаях, связанных с демоническими сущностями, кукла рассматривается как проводник, через который демон оказывает свое влияние. Демоны, в отличие от призраков, недоброжелательны и стремятся причинить вред людям или контролировать их. Они могут использовать куклу, чтобы внушить страх, вызвать психологический дистресс или даже нанести физический вред человеку. Обе теории предполагают, что куклы не являются одержимыми по своей природе, а становятся таковыми под влиянием внешних духовных воздействий. Психологические перспективы. Почему мы боимся кукол? Боязнь кукол, известная как педофобия, может быть частично объяснена психологическими теориями.
Гипотеза «жуткой долины», предложенная робототехником Масахиро Мори, предполагает, что человекоподобные объекты, которые кажутся почти, но не совсем, похожими на жизнь, вызывают чувство тревоги и дискомфорта. Куклы, особенно с реалистичными чертами лица, попадают в эту долину сверхъестественного, вызывая страх и тревогу. Кроме того, важную роль играют детские впечатления и культурное влияние. Истории и фильмы с куклами-призраками могут оставить неизгладимое впечатление, заставляя людей ассоциировать кукол со страхом и опасностью. Популярная культура и влияние СМИ изображения кукол с привидениями в популярной культуре внесло значительный вклад в их пугающую репутацию. Фильмы, книги и телешоу используют жуткую природу кукол, усиливая их ассоциацию со сверхъестественным. Некоторые яркие примеры включают фильмы, серия «Детская игра» с участием Чаки, «Кукла-убийцы», «Одержимой душой серийного убийцы» и «Вселенная запугивание», включающая историю Аннабель. Книги «Дал Бонс», «Холли Блэк» и «The Doll Collection» под редакцией Елен Детлоу, антологии, исследующие зловещую сторону кукол. Телешоу, эпизоды таких сериалов, как «Сумеречная зона» и «Сверхъестественное», часто содержат кукол с привидениями в качестве центральных элементов сюжета. Обе теории предполагают, что куклы не являются одержимыми по своей природе, а становятся таковыми под влиянием внешних духовных воздействий. Психологические перспективы. Почему мы боимся кукол? Боязнь кукол, известная как педофобия, может быть частично объяснена психологическими теориями. Гипотеза «жуткой долины», предложенная робототехником Масахиро Мори, предполагает, что человекоподобные объекты, которые кажутся почти, но не совсем, похожими на жизнь, вызывают чувство тревоги и дискомфорта. Куклы, особенно с реалистичными чертами лица, попадают в эту долину сверхъестественного, вызывая страх и тревогу. Кроме того, важную роль играют детские впечатления и культурное влияние. Истории и фильмы с куклами-призраками могут оставить неизгладимое впечатление, заставляя людей ассоциировать кукол со страхом и опасностью. Популярная культура и влияние СМИ изображения кукол с привидениями в популярной культуре внесло значительный вклад в их пугающую репутацию. Фильмы, книги и телешоу используют жуткую природу кукол, усиливая их ассоциацию со сверхъестественным. Некоторые яркие примеры включают фильмы, серия «Детская игра» с участием Чаки, «Кукла-убийцы», «Одержимой душой серийного убийцы» и «Вселенная запугивание», включающая историю Аннабель. Книги «Дал Бонс», «Холли Блэк» и «The Doll Collection» под редакцией Елен Детлоу, антологии, исследующие зловещую сторону кукол. Телешоу, эпизоды таких сериалов, как «Сумеречная зона» и «Сверхъестественное», часто содержат кукол с привидениями в качестве центральных элементов сюжета. Эти образы подпитывают коллективный страх и увлечение куклами-призраками, закрепляя их статус объектов ужаса. Паранормальные исследования и куклы с привидениями. Исследователи паранормальных явлений продолжают изучать кукол с привидениями, используя различные методы, чтобы задокументировать и понять их поведение. Для обнаружения и регистрации сверхъестественной активности используются такие инструменты, как измерители ЭМП, тепловые камеры и диктофоны ЕВП. Расследования часто выявляют закономерности необъяснимых происшествий, что подтверждает веру в кукол с привидениями. Одно из таких современных расследований касалось куклы по имени Пегги, которая якобы вызывала сильные головные боли и тошноту у тех, кто смотрел на ее фотографии или видео. Исследователь паранормальных явлений Джейн Харрис провела обширное исследование Пегги, задокументировав многочисленные рассказы о физических и эмоциональных расстройствах, связанных с этой куклой. В заключение я хочу сказать, продолжительное наследие кукол с привидениями куклы-младенцы, управляемые призраками и демонами, остаются одним из самых леденящих и завораживающих явлений в сфере паранормальных явлений. Независимо от того, рассматриваются ли они через призму исторического контекста, психологической теории или современных исследований, эти куклы воплощают в себе глубокое пересечение страха, фольклора и очарования. Пока существуют истории, которые нужно рассказывать, и тайны, которые нужно разгадывать, легенда о куклах с привидениями будет преследовать наше коллективное воображение. Напишите под видео ваши комментарии. А также, чем больше будет лайков под видео,
то я буду знать ваше желание, чтобы я провел свой эксперимент с куклой как можно быстрее. До встречи, Димура.